100 тысяч красочных тюльпанов вырастили в теплице села Хараобах Тугайского района. В прошлом IT-специалист вернулся в родное село, рискнув, решил вывести голландские тюльпаны, поскольку они хорошо переносят климат Казахстана. Валентина Леонова продолжит тему. Настоящий оазис весеннего великолепия. В небольшом селе Караобах Тугайского района на площади 300 квадратных метров впервые высадили 100 тысяч тюльпанов. Таких масштабных результатов удалось достичь за счет возведения и запуска теплицы, где все продумано до мелочей. Автоматика следит за температурным режимом, освещением и другими параметрами. Вдоль лилий несколько воздушных вентиляторов, а также фитолампы. Также здесь есть холодильник, где хранятся растения до полного раскрытия бутона. Житель села Карауба Махмуд Турсын воплотил в жизнь проект по выращиванию цветов вместе со своей подругой Нурай Алим. И как показала практика, первый блин молодых людей оказался не комом. Уже 5 лет они занимаются поставкой луковиц-тюльпанов в Казахстан. А в этом году решили сами по голландской технологии вырастить тюльпаны в местных условиях. Здесь довольно простая математика. Теплица, анализируя, что выращивают основные тепличники, это овощные культуры, но мало кто выращивает цветы. Можно сказать, что процент соотношении близко к нулю. Поэтому мы решили возобновить вот это вот действие. Так как у нас принято думать, что цветы в основном в южных регионах выращивают, мы хотим сказать нет этому тренду и вырастить здесь, на северных регионах, свои местные цветы. Воспользовавшись госпрограммами в виде безвозмездного гранта и кредита аула Манатте, закупили необходимое оборудование и приступили к работе, создав 10 рабочих мест из числа местных жителей. В планах у молодых людей расширение ассортимента, так как выращивание тюльпанов – дело сезонное. Дальше 10 месяцев в году мы планируем высаживать либо овощные культуры, либо продолжить тематику высаживать лизиантусы, либо пионки высадить, попробовать тоже расширить свой спектр оказываемых услуг и поставлять людям качественный товар, а именно не только тюльпаны, но и постараться розы, пионы, лизиантусы. Тюльпаны – цветы, символизирующие окончание зимы и наступление теплых солнечных дней. Сейчас они уже выросли, распустились нежными бутонами и готовы радовать прекрасную половину человечества. Нежные тюльпаны у большинства ассоциируются с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем 8 марта. И сейчас работа у цветоводов кипит. Работы по срезу тюльпанов начались еще в середине февраля. Сотрудники теплицы работают в 2 смены круглосуточно, чтобы успеть порадовать как можно больше женщин. Валентина Леонова, Алексей Мехедов, Ертыс Акпарат из Актугайского района.